Привет, ребята, во всем мире, с вами Эйван Кул в эфире. Как и все дети моего возраста, я не совсем зацикливаюсь на своей внешности. Точнее, мне все равно. Ведь есть столько интересного и познавательного в этом мире. И концентрировать свое внимание на этих мелочах — пустая трата времени. Вот так вот. Ведь мне еще 8 лет. Это не означает, что я не занимаюсь спортом. Совсем нет. Я занимаюсь спортом. Я бегаю, гуляю, я на улице летаю. Но моя мама постоянно говорит, что я худой, как глист. Артем, тебе нужно больше есть. Ты худой, как глист. Тебя Дима уже скоро догонит и вообще перегонит. Хотя ему всего лишь 4 годика. Но если я начинаю есть больше, то я больше времени провожу в туалете. Да и папа говорит все время про какую-то спортивную секцию, вроде бы карате называется. Да, так и называется. Если хочешь быть нормальным мужиком, тебе надо ходить на карате. И вот накипело. Да ладно, не поверите, но я решил заняться спортом и за неделю набрать максимальную мышечную массу. Ага, вот такую. Была вот такая тоненькая ручка, стала вот такая ручка. Поехали. В машине едет депутат, депутат, депутат. Ну и вот везет, откат, везет, откат. Везет за колеса, машина едет. Откат для мэра скорее приедет. Для этого я буду с вами делать несколько упражнений, которые доступны для каждого, даже в домашних условиях. А именно, подтягивание, отжимание, пресс и бег на беговой дорожке. Подтягиванием и отжиманием я накачаю себе руки. Рука, рука. Прессом я сделаю себе кубики. 6 кубиков. Ну а на беговой дорожке я себе накачаю ноги и попа. Чуть не забыл. Усиленное питание 3 порции каши с маслом. А после тренировок куриная грудка с яйцами. Ах, как я устал. Слабоват. Кто глубокие руки шире, не спешите трещи. Порозь ухраться и пластика. Общее укрепляющее, утром отрезвляющее, еле живодающее. Гимнастика, если вы в своей квартире лягте на пол трещи. Выполняйте правильное движение. Прочь влияние извне, привлекайте к новизне. Кто глубокий, то извне, мажение. Очень вырос в целом мире грипп, вирус трещи. Шица ротется в липании. Если хилый, сразу хруп, сохранить здоровье, шоп. Принять люки, оп, тирания. Если вы уже устали, сели, не страшны вам Африка с Антарктикой. Главный академик Юфе доказал коньяк и кофе. В армии с потом рофе лактика. Разговаривать не надо, приседайте до упада. Да не будьте врачами и хмудрыми. Если очень вам не имется, обтирайте, чем придется. Водными займитесь, бороться турами. Не страшны турные вески. Мы в обед бежим на месте выигрыша. Даже начинающий. Красота среди бегущих, верхний ответ встающих. Бед на месте общепримиряющих. Вот это мышцы! Скорее в зеркало смотреться! Вау, ребята, смотрите, чего я смог добиться всего лишь за одну неделю! Я силач! А эти орехи просто супер! Теперь я понял, что в спорте самое главное — это быть уверенным в себе и не отступать от намеченных целей. Если тебе понравился мой результат, а он тебе понравился, подпишись на мой канал, поставь этому видео лайк. Ну и на этом мы, пожалуй, закончим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока! Я бедное дитя. Мне папа так сказал.
с мамой ходить по магазину, да, еще чего.